不过是虚色的живет в виртуальном мире, но, как видите, знает творчество Джо Дассена. Такой вот интересный микс получился. Именно так мы решили открыть второй тур нашего конкурса, потому что Жасканат — это надежда на будущее. И вот он, представитель этого будущего. Знакомьтесь, Дамир Уразбаев. Дамир, сонымен сен тәжірибелі әртіссің ғой, солай ма? Демек, осыған дейін, әр түрлі байқауларға қатысқан шығарсың. Қатыстым. Өте көптеген конкурстарға қатыстым. Мысалы айта кетсем, Ташкентке бардым осы жылы. Алдыңғы жылы Москвадан гран-при алдым. Бәрекелді. Ну, а что ты знаешь про конкурс «Жасқанат»? «Жасқанатта» біздің өте көптеген қазақстандық әншілеріміз шыққан. Және тағы да Димаш Құдайбергенов. Бәрекелді. Олай болса, Дамир, рахмет саған. Біз сені осы сахнада болашақта, бірақ Жас қанат байқауының қатысушысы ретінде күтеміз. Келістік қой? Келістік. Будем ждать тебя на этой сцене. Ну что ж, и вот он, день сегодняшний. Участники конкурса Жас қанат 2019. Кеше бірінші айналымда 14 үміткер өз өнерлерін көрсеткен болатын. Қазылар алқасының шешімімен жартылай финалға тек 11 ғана өтті. Солар қазір сіздердің алдарыңызда. Дидар Абдухалык, Шымкент. Ағерке Көпжасарова, Нұрсултан. Абит Джексен, Алматы. Олжас Оспан, Семей. Трио Хан, Балхаш. Серікбол Сейілханов, Семей қаласы. Жанболат Узакбай, Нұрсултан. Өркен Миров, Қарағанды. Адыл Балтабаев, Көкшетау. Айым Имашева, Семей. Дариға Сатарова, Нұрсултан.
Друзья, у вас сегодня задача проста. Нужно максимально показать свои возможности, и для этого у вас есть только один шанс понравиться жюри. Жандос, давай представим наших жюри. Давай. Сначала члены жюри, которые в разное время начинали свой путь на конкурсе «Жас-страна». А сегодня они стали настоящими любимцами всей страны. Это... Медео Аренбаев. Мадина Садвахасова. Маржан Арабаева. В составе нашего жюри известные деятели казахстанского музыкального искусства, чье мастерство, авторитет известны не только в нашей стране, но и во всем мире. Профессор Раиса Мусахаджаева. Главный хормейстер театра «Астана-Опера» Ержан Даутов. Композитор Серик Еркомбеков. Композитор-мультиинструменталист Едель Хусаинов. Главных учредителей конкурса агентства «Хабар» в нашем жюри представляет руководитель отдела международной информации телеканала «Казах ТВ» Лязат Шатаева. И акимат города Нур-Султан, руководитель отдела по развитию культуры и искусства Управления культуры и спорта города Нур-Султан Данияр Раскельдиев. И, наконец, основатель конкурса, продюсер Мурат Иргалиев. Достар, бізде бейл ерекше жағдай. Мисс Қазақстан байқау бейлғы үміткерлердің арасында жігіттердің көп екендігін ескере отырып, жас қанат мистерін аталымын тағайындады. Бірақ олар ол аталымды тағайындау үшін нені баса ескеретін біз білмейміз. Мүмкін сүйкімділігі, келбеті, пластикасы шығар. Бірақ менің ойымша нағыз артистке осы қасиеттердің барлығы керек. Итак, сегодня конкурс «Мисс Казахстан» представляют Еркина Сейфула, «Мисс Астана 2018». Александра Беглова, бірінші вице-мисс Астана 2018. Сания Миргалиева, вторая вице-мисс Астана 2018 и третья вице-мисс Казахстан 2019. Және де Диана Бахтиярғызы, мисс Семей 2019. Бәрекелді, сонымен достар, біз сіздерге сәттілік тілейміз, сахна сыртына барып дайындалсаңыздар болады. Удачи, друзья! Первый участник полуфинала. Посмотрим фрагмент его выступления в первом туре. Дидар Абдухалык. Менің инстапарақшамда 1577 оқырманым бар екен. Менің инстаграмдағы фотоларыма, видеоларыма қарап тұрсаңыздар, өмірге деген қызығушылықты, өмір сүйгіштігімді байқауға болады. Менің ойнайтын аспаптарым фортепиано және домбыра. Фортепиано аспабы себебі әр музыкант фортепиано аспабында ойнау керек деп ойлаймын. Ал домбыраға келетін болсақ, әр қазақтың баласы қара домбырада ойнау білу керек деп ойлаймын. Women and girls, rule my world. I said to rule my world. Back to hedge woman. Not your shoe size, maybe wrinkled, dirty toe. You don't have to watch Dynasty to have an attitude, attitude. You gotta leave it all out to me, my love. You love I do. Құрметті қазылар, Дидарға деген пікірлеріңізбен бөлісіп отырсаңыздар. Ну что, мы по традиции сегодня продолжаем разговаривать с нашими конкурсантами. Мы это делаем не только для того, чтобы девушки из жюри «Мисс Казахстан» смогли определить, как себя артисты ведут на сцене, но и потому, что мы хотим, чтобы и мы, и публика поближе узнала наших исполнителей. Ну, помогут мне Мадина и Маржан. Баршаларыңызға қайырлы кеш тегіңіз келеді. Расында бүгін жас қанат байқауының екінші туры. Дидаржан, кешегі шырқалған орындауың, шырқалған әнің маған мәнерің қатты ұнады. Ең бастысы сенің табиғи дауысың ұнады, ашықтығы ұнады. Ең бастысы кешегі
принстің орындауындағы мәнермен айтпағаныңа өте қуандым. Жарайсың, саған сәттілік. Өнеріңерге басын, мойындата бер. Алар шыңын, алар шыңын белестерін алда болсын дегім келеді. Әмин, үлкен рахмет. Спасибо, Медео. Я хочу, между прочим, рассказать о том, как эта песня родилась. Саған аман болмас сағынбай. Туған жерге болмас табынбай. Вот эти архивные кадры, это кадры фестиваля «Астана Жұлдызы» в 2008 году. Ну, мы объявили конкурс, и две мелодии, просто мелодии, не песни, принес ко мне Ренат Гайсин. Посоветоваться, кому их отдать. Ну, слушали несколько раз одно и то же, и решили, одну из песен мы предложим Медео Арынбаеву, а вторую Батырхану Шукенову. Ну, вот так вот, как бы распределили, приняли предварительное согласие артистов. Я тут же позвонил Шумышпаю Сарееву, нашему поэту, и уже буквально на следующий день был готов текст этих песен. И еще об этой песне. В 2010 году я пригласил Батырхана на эстрадное шоу «Азиады», и вот так вот он остался в памяти лично моей. Ах, жібегім, аяуласың сен. Сағынамын алыс елде жүрсем де, астанамдай арманымсың сен. Бәйтерегім, биік арманым, ардағымай сені шалғыз таңдадым. Қуансам да, мұңайсам да аққалам, ғашығымай аңсаймын сені, ол астана. Шырақтың жалғанай, сағынышты жылдар жоғарай. Ай, арманай, оу, жандарай. Алғаш мені ғашық еткен аққалам, сағынышым жүрегімде сен астана. Сағынамын болмас сағынбай, туған жерге болмас табынбай. Кіндік қаным тамған жерім жанымдай, қазақ жері пейіш бағымдай. Оу, шаңырақтың жарық нұрындай, сүйем сені асыл таза арудай. Ардағымай сендей солу жас қалам, қиялымда жүрегімде сен. Оу, астана. Сағынышты жылдар жолдарай. Ай, арманай,
шырақтың жалғанай Сағынышты жылдар жолдара полуфиналистка конкурса Акьерке Кобжасарова. У меня в инстаграме 700 подписчиков. Я выкладываю свои каверы и нахожу много талантливых друзей. Я этому очень рада. В детстве я обучалась игре на домбре. Потом захотелось играть на гитаре, аккомпанировать себе. Я благодаря интернету выучила аккорды и научилась играть. И я бы могла с удовольствием спеть под гитару. Уважаемые члены жюри, слово предоставляется вам. Мы тебя приветствуем. Ты лидер вчерашнего дня. Ну как? Ощущения? Тебе кажется, что ты вот самое лучшее? Вот кажется, что ты уже победишь? Или все-таки есть? Ты думаешь, что второй день, третий день будет решающим? Или уже есть какая-то уверенность? Нет, конечно, я очень волнуюсь. Все участники сильные, я не считаю себя прям лидером. Вот я такого ответа, в общем-то, и ожидал. Все наши участники такие, они не знают, что каждую секунду преподнесет им конкурс. И они волнуются, и как бы каждая секунда, минута конкурса – это борьба. Вот этим интересен джаз-канат. Я просто хочу сказать о твоем вчерашнем выступлении. Оно просто было просто блестяще. И поверьте нам, уважаемые зрители, то, что мы вчера поставили результаты, вот эти не потому, что она самая юная или самая маленькая участница, а именно потому, что она это заслужила по-настоящему. Я хочу, чтобы ты сегодня показала еще более высокий класс. Спасибо большое. У меня вот такой вопрос. Конечно же, ты талант. Талант. И этот дар, он дан тебе свыше. Интересно, от кого из твоих родителей, с какой стороны? Ну, пришло это тебе, вот это вот твой голос, твой талант? У меня в семье никто не поет, никто не занимается музыкой. Так же, как в моей. Бабушка моя с маминой стороны, она сочиняет стихи. Вот откуда корни-то, твои творческие. Корни, да. У меня тоже бабушка с маминой стороны пела. Много интересного, схожего. Удачи тебе, ты молодец. Спасибо. Представь песню, пожалуйста, сегодняшнюю. Сейчас я буду петь песню народную «Арманай». Итак, Акьерке Кобжасарова. Ойлап тұрсам болды неге, шолып
Жартылай финалдың үшінші қатысушысы Абек Жексен және оның бейне жазбасы. Я веду свой инстаграм для творческого роста. Я иногда записываю сторис со своими музыкальными успехами. Мои родители музыканты, моя мама кабазистка, папа певец. И чувствовал в себе потребность сочинять, потребность, чтобы мою музыку услышали, оценили мое творчество. И поэтому я пришел в Жасканат поучаствовать, проверить себя. Я думаю, это будет интересный опыт для меня. Азлар, микрофон озеринжде. Ну, мне нравится очень твое имя, Абылхаир. Это очень мощное имя, которое оно дает тебе такую, я думаю, сильную энергетику. Очень подкупает то, что ты очень творческий человек. Сам пишешь, сам поешь, аранжируешь. Вот такая многогранность, она вот говорит о твоем даровании. И очень хочется тебе пожелать такого вдохновения, чтобы ты мог выразить себя полностью на этом конкурсе. Ну, я по традиции представлю песню, которую исполнит Алик. Time, what's with all this time? The world rotates, but I fall. На ваших экранах Ален Стоун, американский соул, R&B певец и музыкант. Он исполняет песню «Круг» как часть альбома «Радиус». Внутри этого круга нет углов, чтобы спрятаться. Каждая строка, которой я следую, ведет меня обратно внутрь. Мне нравится, что Абик сделал чуть-чуть иную версию, инструментальную, украсив вокал красками и разными гармоническими аккордами. Давайте мы сейчас посмотрим его версию. Абик Жексен, Алматы. Oh,
Четвертый участник второго тура Олжас Оспан. Менің инстаграмымда 600-дей оқырманым бар. Мен инстаграмды өзімнің әндерімді салу үшін пайдаланамын. Және де осы 600 оқырманымнан лайктар мен жақсы комментарийлар күтемін. Атанам айтушы еді, оқысаң жерде қалмайсың деп. Міне мен жасқанаттамын. Только матери жду, только жены спят, только девочки, дочки у окон стоят. Енді Олжас, кешегі шыққаның әнің өте жақсы болды. И бүгінде көріп тұр манерің бір екен. У тебя один стиль, над которым, видимо, ты работаешь, и не просто работаешь, это импонирует. Данные вокальные очень неплохие, и очень действительно перспективы хорошие у тебя. Поэтому, я думаю, успех в будущем у тебя будет, если будешь так же продолжать очень серьезно относиться и к своему имиджу, и, конечно, к своим вокальным данным. Олжас, он выбрал свой стиль. Это очень важно, выбрать свой стиль на сцене. Вот, кстати, он сейчас и продолжит в следующей своей песне вот эту свою мужественную тему и свой стиль на сцене. Кто с тобой, орлы или вороны, по дороге одной, но в разные стороны, кто мы с тобой? Это популярнейшая песня «Орлы или вороны», которую поют Максим Фадеев и Григорий Лепс. В эфире Ютуба они получили 45 миллионов 738 тысяч просмотров. Ну что могу еще добавить? Песня о памяти, истории и настоящей мужской дружбе. На сцене Олжас Оспан. Пролей в мою душу, ведь счастье не за горами, оно там, где хотят. Зачем же мы потерялись среди историй ненужных? Надежды не оправдались, никто не виноват. По дороге одной, но разные стороны, что мы с тобой? Скажи мне, кто не ошибся, не сбился в жизни ни разу? Кто первый остановился, когда его несет? Ломали нетерпеливо, упор не слушая разум. Хотели, чтобы красиво, но все наоборот. По дороге одной, но разные стороны. Разные стороны, кто мы с тобой?
Екінші айналымды реттік саны 5-ші хан триосы жалғастырады. Мен ән айтқанды, би билегенді қатты жақсы көремін. Сахнада өзімді еркін ұстап, жан-жақырымнан көрсеткенді қатты ұнатамын. Ал өзіме келетін болсақ, маған сазды, әуенді, әуендер ұнайды. Ерғанаттың ең қатты жақсы көретін қасиеті ол ұйықтау. Ол да рас. Мен ән айтқанды ұнатамын. Менің отбасым өнерлі отбасы. Сондықтан да менің де бір өнерге деген үлесімді қосқым келеді. Хан триосына қолдау көрсетіңіздер. Кеше сіздердің билеріңізге көзім түсті. Жалпы академиялық қойылған дауыстар, академиялық манерді айтатын әншілерге би билеу қиын сияқты. Сонымен келісесіздер ме? Бірден билеп кеттіңіздер ме? Әлде өз-өздеріңізді сындыруға керек болды ма? Жоқ, негізінде басында өте қиын болды. Біз 4 айдай, 5 айдай осы билердің бәрін дайындап шығардық. Негізінде басында шынмен би екеме келмей классикалық әндер болғаннан кейін табиғатына бір жат нәрсе болды. Сондықтан кейін енді көп ай дайындалып, еңбектің арқасында осындай нәтижеге қол жеткіздік. Енді шын мәнінде топ болған оңай емес. Үшеуіңіз үш жаққа былай әркім өз жағына жаңа тартпырады дегендей. Сол себептен бір үндестікте бір баланс дейді ғой, бір баланста орындау керек секілді. Мен ойымша кішкене сіздерге сәл болса да бір дайындық жетпейтін секілді. Өйткені енді бұл не принимайте ее как, я не знаю, как критику, а вот пожелание, чтобы вы побольше работали именно в ансамбле, в трио, чтобы вы слышали друг друга. Чтобы ваши голоса сливались, чтобы это был ансамбль по-настоящему. Это как на фортепиано. Три аккорда берешь, и они одинаково звучат. Это и есть смысл группы. Это относится ко всем группам, абсолютно ко всем группам. Не то, что в Казахстане, но и в мире тоже. Сейчас представьте свою песню. Байтерек тобының репертуарындағы Қайрат Байкенгтің әні «Сен». Группа «Хан», «Балхаш». Шықтар босылмайды бір атан.
постоянно продолжаем дружбу с нашими конкурсантами, которые не останавливаются на достигнутом и постоянно пытаются удивить публику и своих фанатов. Сейчас на сцену выйдет одна из таких артисток, участница конкурса «Жасканат» 2016 года Джулия Клеукан. Встречаем! Өмірді тарам-тарам жолдары, жеткізбес таудан биек арманы. Біреулер бақ деп ойлайды тек жиғанын, біреулер бақ деп ойлайды иманын. Біреуге атақ болы, біреуге байлықтақ болы, наданның жолы көлеңке, адалдың жолы ат болы, жақсының жолы ат болы, жаманның жолы сор болы. Әз қалсың десең артыңда, әзгілік жолын таңда бол, тағдырын сенің. Өмір алмасады күн-түн, өмір жалғасады жүркін, өмір ұстатпайды желдей, өмір өте шығар бір күн. Шаттық шапағатпен өмірлесек, мейір махаббатпен ғұмыр кешсек, заңдар бабалардай биік болып, арман ажалауын түғырлетсе. Арманай, арманай, сарбарау, жолдарай, тұрақтан өмірде, шын бақыттың түрінде. Шаттық шапағатпен өмірлесек, мейір махаббатпен ғұмыр кешсек, заңдар бабалардай биік болып, намысты түғырлесек. Біреуге атақпа қоны, біреуге байлықтап қоны, наданның жолы көлеңге, адалдың жолы ақ болар. Жақсының жолы от болар, жаманның жолы сор болар. Әз қалсың десең артыңда, әзгілік жолын таңда бар, тағдырың сенің. У нас шестой полуфиналист Серикбол Сейлханов. Менің әншілік жолыма келуіме себепкер болған менің нағашылар, жұртым, нағаш жұртым, ағаларым, апайларым, оқсілер домбырада, гитарада, баянда ойнайды. Осыны көріп өскем. Және менің өзім туған атам, өнерден құрғол емес, оқсізде ақын кісі болған, өлең шығарған, сол себептен әншілік менің қанымда бар деп ойлаймын. Мен негізгі бітірген мамандығым заңгер болатын, бірақ қан жібермейді ғой. Музыка мамандығына бет алып, қазір енді Шәкәрім университетінде екінші жоғарғы оқуын музыка факультеті бойынша оқып жатырмын. Never, never let you go. She wanted what I'm searching for. Fresh on my fresh bone on my bone. Love's coming in the zone. Ең позитивті қатысушыны жайлы пікірлеріңіз болса, қазылар алқасы. Серікбол, сен кеше ең соңғы бүгіне көрсеттің, е? Және де финалистің араларынан табылдың. Қуаныштысың ғой. Өте қуаныштымын. Бүгін енді тағы да лирика ән тыңдаймыз ба? Бүгін Mozart Life тобының жас өнерлі жігіттер «Жүрегім сенің саған» деген біраз темпо бой
Жылдамамба. Итак, Серикбол Сиюханов на нашей сцене. Жаным маған ғашық болып қалдым сонда жалғыз саған өзімде дұрындаған аулаулап сезім жаңа оятқан махаббатты өзің ғана сен менің жас шағымнан жарқыра баспанымнан жолдыздай жанып тұрдым жүрегім сені саған сағынып келем саған сырымды ақтарғанда жылылып жүрдік бірге бақтарғанда сен мені алаулаған ғананы жанамдаған өлім деп сөйлесемін қалай ғана сен менің жас шағымнан жарқыра баспанымнан жолдыздай жанып тұрдың Жартылай финалда 7-ші үміткер Жанболат Ұзақбай жалғастырады. Ал қазір экранға назар аударайық. Менің Instagram парақшамда дәл қазір 3000-ға жуық оқырманым бар. Instagram-да отыратын себебім қазір барлық әлеуметтік желі осы Instagram арқылы барлығы танымал болып жатыр. Солай мен де Instagram арқылы танымал болсам деген үмітім бар. Енді ол үшін талмай еңбек ету керек, тәжірибе жинау керек. Сондай бір үлкен еңбек арқылы көтерілген біздің әншілеріміздің бірі әлемге әйгілі менің досым группаласым Димаш Құдайберген. Сол Димаш Құдайбергеннің жолын берсе екен деп тілеймін. Вчерашний выбор песни замечательный. Это был один из наиболее ярких номеров. Ради таких песен мы и приходим на концерты. Вы задали такую высокую планку для себя. Желаю, чтобы сегодня выступили не менее ярко. Артистик қабілетіңді керемет көрсеттің кеше. Рахмет. Әрине, репертуарымда жаман әмет әлемдік эксперименталдық кезеңдерім. Бұл түсіне қарармыз. Құдайға шүкір, бүгін аздап өзіміздің қазақ әуендерін тыңдап ләззат алып жатырмыз.
Жанболат, сенің дауысың өте ырғақты, өте сондай бір жылдам, подвижный дейді ғой. Кеше таңғалдырдың, бүгін немен таңғалдырасың? Енді бүгін қазақ тілінде бір ырғақты, бір ән орындасам деймін. Айқын Төлепберген орындауындағы «Жалғыз сен» деген тамаша ән бар, соны орындасам деген ниетпен алдарыңызға келіп тұрым. Ну что, ты вообще столько похвал получал когда-нибудь в жизни от таких мастеров? Жоқ. Сіздерге үлкен рахмет осылай. Еңбегімді, өнерімді бағалап, үлкен баға беріп атқандарыңызға. Да ладно, главное спой хорошо, ладно? Обещаешь? Обещаю. Приглашаем следующего конкурсанта Оркена Мирова из Караганды. У меня 1811 подписчиков в Инстаграме. И каждый раз, когда я закидываю
каверы на свой Инстаграм. Я очень сильно жду, пока люди поставят на меня лайк, потому что я очень обожаю лайки и просмотры. После окончания 9 класса я поступил в Караганде в колледж имени Татымбета. Но посчитав, что мне нужно поехать в Алмату, я поехал в Алмату. Но прожив там полгода, понял, что я не могу там жить и учиться без моих лучших друзей и родителей. И поехал в свой любимый город Караганда. Жюри, слово вам. Свой вопрос тебе очень хочет задать Диана Бахтияр. У вас очень интересный образ, и мне очень интересно, как ваши родители, родные относятся к вашему образу, к вашей прическе. Менің атанам өздері өнер адамдары. Мамам тамада Қарағанды қаласында той жүргізеді. Және де егер отбасың өнер адамдары болатын болса, сен ешқайда қашып кете алмайсың. Бәрібір өнерде болғандықтан атамнан түсінеді шашын бойғанымды, және де образымды. Сол септен маған тек алға дейді. А у вас, знаете, хороший потенциал, в том числе вы, судя по вас, видите все в таких радужных красках, да, и такой вы очень позитивный человек. Поэтому желаю вам удачи. Спасибо. Соберитесь, и все будет хорошо. Между прочим, это как бы высокая оценка от Управления культуры и спорта. Может быть, присмотрят вас на какие-то свои мероприятия, а, Данияр? Что скажете? Я уже сижу, тут свои пометки делаю. Вот, поэтому... так. Я всегда рад буду работать с вами. В чем прав, Данияр? Так в том, что ты приносишь какую-то радость. Вот ты озаряешь светом все эти дни, светом, теплом, добротой, искренностью, любовью всех озарял. Нам всем становилось светло и тепло в эти дни нашего конкурса. Спасибо тебе. Мне кажется, у тебя выйдет все, потому что ты очень позитивный человек. Я бы тебе дала бы приз зрительских симпатий, потому что ты украшаешь этот конкурс. Ты такой лучезарный, Данияр. Сядьте, Александр. Рахмет. Ну, давайте перейдем к традиционному представлению песни. Наверное, узнали эту популярнейшую песню «Я и мое разбитое сердце» из репертуара группы «Rickstone». Это британская поп-группа из Манчестера. Немножко хочу отметить, что у нее очень интересное, большое число просмотров в Ютубе. Все-таки 194 800 тысяч. И ты сегодня присоединяешь к поклонникам этой группы еще, наверное, количество посетителей интернета. Итак, Оркен Миров, Караганды. Jury,
Қазір сахнаға қоңыр дауысты. Реттік саны 9-шы жартылай финалист. Әділ Балтабайты шақырам. У меня в Инстаграм 2554 подписчика. Особый интерес моих подписчиков проявляется кавером, который я записываю на популярные песни. Пою я на разных языках. На английском, испанском, румынском, на русском, на казахском. И необычный опыт в моем исполнении был на китайском языке, когда Димаш Кудайбергенов участвовал в международном конкурсе в Китае. В итоге я ее выучил, и это было очень круто. Димаш Кудайбергенов – это действительно мой кумир, на которого я хочу быть похожим, и у каждого артиста должен быть пример для подражания. Әділжан, Алла тағала саған дауыс беріпті, ол байқалып тұр. Біржан сал, үкілі, ұбырай, бабаларыңның жолын берсін деген бір ақ тілек айтқым келеді саған. Алатын белестерің алда болсын, келешекте үлкен өзіміздің қазақтың кең дауысты әндеріне азда көңіл бер, өзіңді таба біл деген шын жүрекпен тілегім бар саған айтады. Рахмет, үлкен тілегіңіз. Ну, я могу сказать, что вот я смотрю сейчас результаты первого тура, а Дил Балтабаев как раз он на перепутье между лидерами и аутсайдерами. Так что вот сейчас от твоего выступления зависит все. Я тебе желаю выложиться на полную. Хорошо? Хорошо, спасибо. Спасибо за ваши пожелания. Я постараюсь сделать все, чтобы вас удивить и подарить 4 минуты прекрасного наслаждения. Вот тут девушки подсказывают, ну какой красивый баритон. Спасибо огромное, спасибо. Ну, давай продолжай показывать свой голос. Адиль Балтабаев, как считает? Yeah.
участница второго тура Аим Имашева. Давайте посмотрим ее выступление. Менің инстаграмда 1571 оқырман бар. Алайда мен инстаграмды танымал болу, атақты болу мақсатында қолданбаймын. Қазіргі таңда модельдік агенттікті тамамдадым. Бірақ өз өнер жолыммен қалай екеуін ұштастырсам деп ойладым. Жалғыз арманым, менің модельдік агенттікпен өзімнің әніммен бірге шоу жасау. Айым, енді кеше сен әдемі ұзын көйлекпен ән шырқадың, бүгін мінекі ерекше стилде, космос стилде. Әніңе сәйкес келе ме бүгінгі образ? Иә. Yeah. Байқау басталарда екінші тур. Мұрат Ажымич маған, Мадина, айым өзінің бір модельдік, модельная походка дейді ғой, пусть пройдется модельной походкой. По нашей сцене жас каната деп ұсыныс айтқан болатын, сондықтан мүмкін көрерміз. Әрине. Бәрекелді. Мінекі көрдіңіздер ма? Біздің әншілердің арасында да осындай сұлулар, арылар бар. Қошемет, енді тек қана өзіміздің мистарымыздан, аруларымыздан сұрап жатырмыз. Почти коллеги твои, да? Қандай жігіттер ұнайды, ұнады. Саған мысалы, сендердің, енді сенің әріптестеріңнің ішінен, кім жас қанаттың султаны деген атаққа лайық? Біздің жас қанаттың қатысушылары ер адамдар, өте сымбатты көбісі, ер мінезді, ең бастысы. Менің ойымша Абдухалық Дидар, Олжас Осман. А вот мне интересно, минуточку, мне бы интересно у наших представителей жюри, вы уже все-таки второй день здесь, да, наши мисс? У вас есть какие-то фавориты? Давайте я отвечу. Здравствуйте. Я координатор конкурса «Мисс Казахстан» и координатор конкурса «Мисс Астана». Тех парней, которые назвала АИМ, они, естественно, с первого дня у нас в фаворитах. Кроме того, мы АИМ приглашаем в этом году участвовать на «Мисс Астана» без кастинга. Спасибо большое. Несколько слов скажу о песне, которую сейчас поет. Giorno capiremo chi siamo senza dire niente, sembrerà normale. Immaginare che il mondo scelga di girare attorno a un altro sole è una casa. Перед глазами песня Анализы с короны. Ее псевдоним в Италии Аналиса. Ну, у нее вообще было много наград в жизни и побед, но надо знать итальянцев. Выше, чем Санремо, в Италии нет. Она стала, Аналиса, штурмовать фестиваль Санремо аж в 2013 году, но вот только эта песня стала третьей в 2018. А для итальянцев даже третье место на Санремо – это почти Оскар. Сейчас перед вами выступает Аим Имашева. Chi siamo senza dire niente sembrerà normale. Immaginare che il mondo scelga di girare attorno al branzole e non è casa senza le pareti da costruire del tempo a costruire dell'ambiente come flori filmare radici al mio regalo per te tu desideri crescere e siamo montagne. Come nel mondo prima di
специален. E poi c'è tornerò vestito per poter parlare. Ci venirà un sereno di casa senza le pareti. Da costruire del tempo a costruire del miele con fiori. Fermare i raggi che ci dovrò rompere. Cominciare a crescere. Жартылай финалист. Дариға Саттарова 11-ші болып өнер көрсетеді. Олай болса, экранға қараймыз. В детстве я была очень сильно требовательным ребенком и очень сильно любила каблуки. И потребовала у родителей, чтобы они мне купили эти каблуки. Я в них пошла в школу. Все на меня очень странно смотрели. И как-то одна девочка подошла ко мне и спрашивает: «А зачем ты одела каблуки?» Я ей говорю: «Я же будущая звезда, а все звезды носят каблуки». Вот моя мечта сбылась. Құрметті қазылар, пікірлеріңіз болса, ортаға салып отырсаңыздар. Даригуша, Казахский национальный университет за вас очень сильно болеет. На сцене артист один, и ничего у него не спасет. Когда-то очень видный политический деятель сказал, говорит: «У вас самая честная профессия на свете». Потому что я не могу выйти и сыграть за своего ребенка или спеть. И мама не может выйти. Только слушатели могут честно оценить. Поэтому, кто бы за вас ни болел, Даригуша, петь вам придется самой. И показать свой талант, свое дарование. А я думаю, весь зал с удовольствием вас поддержит. Успехов! Спасибо большое. Эта песня в исполнении американской певицы Дженнифер Хадсон. В Голливуде очень любят экранизировать мюзиклы. Мюзиклы этой песни, которую поет сейчас наша исполнительница, ее там нет. Но она появилась в фильме. Она была специально написана для фильма. Но в стиле такого хорошего джазового материала всего фильма и всего мюзикла. Именно поэтому эта песня была номинирована на премию «Оскар» за лучшую оригинальную песню в 2007 году, но все же получила и «Грэмми» за лучшую песню, написанную для кино. Так что вот такая у тебя ответственность вообще перед песней, я бы сказал, перед наградами этой песни. Исполнить ее не хуже, чем в оригинале. Thank you.
meru me quella you doing all you can making my dreams come true. You're strong and you smile, you take my heart and I'll give you the rest for me too. You're the perfect man for me. I love you, I do. I love you. I never ever felt quite like this. Good about myself from my very first kiss. I'm here when you call. You get it wrong and confidence I never knew. You're the perfect man for me. I love you, I do. You got a child, you sleep with the sun every time. As long as we drive, I'm along for the ride away. We said it before, and what's better down and down to us. I put all my trust in you, cause you always be true. Послушали всех полуфиналистов. Кому сегодня повезет, кто же попадет в финал? Совсем скоро мы узнаем ответы. Бірақ әзірге өткен байқаулардың бір қобалжулы, сонымен қатар өте маңызды сәттерін еске түсірейікші. Экранда видео. Шын жүректен баршаңызды бүгінгі керемет кешпен құттықтаймын. Барлығымызға әдемі, әсерлі музыкалық көңіл-күй сыйлаған біздің барша қатысушыларымызға Жас қанат байқауының жеңімпаздарына бір дуал шапалақ болсын. Баршаңыздан рахмет. Беркут Жанай. Ал енді алдарыңызда Жас қанат байқауының 2017 жылғы күміс қанат иегері Бүркіт Жанай өзінің репертуарындағы жаңа әнін бізге алып келіп отыр. Алдарыңызда Бүркіт Жанай. Мы можем стать с тобой сумасшедшими. И нас разместят с тобой в разных палатах. А может мы с тобой как два гения, как будто два Нобеля лауреата. Мы можем стать с тобой океанами и нас разделить с тобой материками. Мы можем стать с тобой вечно пьяными. А может мы ангелы над облаками. Мы вдвоем. Мы вдвоем
один раз и не получить его из-за погоды. А может, мы с тобой в море мокрыми, и нас за своих примут пароходы. Мы можем стать с тобой океанами, и нас разделят с тобой материками. Мы можем стать с тобой вечно пьяными, а может, мы ангелы над облаками. Мы результаты уже готовы. К сожалению, да. Потому что мне не хочется расставаться с этими людьми, с кем-то из них. Они знают, что мы их всех любим, верно? Вот. И я их тоже всех люблю, каждого, без исключения. Я помню такие мгновения, когда объявляли участников финала, а не прошедший финал, поздравляли их от души и радовались вместе с ними. Дай Бог, чтобы сегодня такое случилось. Я знаю, настоящая дружба связывает всех наших участников. И вы хотите узнать результаты? Давайте, освободите немного места для всех, посмотрим на экран. Сначала результаты сегодняшнего тура, второго тура. Итак, Дидар Абдухалык. Ого! 15, почти все 15, и общая сумма 148 баллов. Из 150 возможных. Так, да, браво. Следующая участница. Акерке Кобзасарова. 140 баллов, она уступает лидерство. Третий участник. Абик Жексен. 132 балла. Улжас Успан. Хорошая сумма, 135 баллов. Триохан. Так, ребята, 129 баллов. Сирикбол Сирилханов. 126. Вообще все участники показывают хорошие результаты по сумме баллов. Ну-ка, кто там следующий? Жанболат Узакбай. Хорошие оценки. И в сумме они составляют 134 балла. Итак, Оркен. 133 балла. Адиль Балтабаев. Наверное, третий, я так думаю, результат сегодня. 136 баллов. Аима Машева. Ого, хорошие оценки. Общая сумма 145 баллов.
Дарига Сатарова. Общая сумма 135 баллов. Вот результаты выступления наших участников. Сумма баллов за два тура решит, кто пройдет финал. Поэтому, может быть, кто-то был аутсайдером в первом туре, а сегодня вырвался вперед или наоборот. Вот сейчас что произойдет? Самое главное, ради чего мы пришли сегодня на конкурс, на второй тур. Итак, сумма двух баллов. На первом месте Дидар Абдухалык. 301 балл. Вперед, два шага, пожалуйста. Вот ваш любимчик, пожалуйста, пусть наслаждайтесь. Первый финалист. Тоже второй. Акирке Хобжасарова. 298 баллов. Третий финалист. 289 Адиль Балтабаев. Уф, я уже волнуюсь. Олжас Оспан. Четвертый финалист. И, наконец, Жанболат Узакбай. 277 баллов. Вот финалисты. Вот такая сейчас у нас картина. Бәрекелді, Мұрат, біз түсінеміз, мұна біздің финалистер бестік. Бірақ біз ұлғида өзіміздің үміткерлердің жағында боламыз. Сондықтан сіз өзіңіздің құзырыңыздағы тағы бір қатысушыны финалға өткізу мүмкіндігіңізді қолдануыңыз сұраймыз. Дадим, может быть, еще шанс кому-то пройти в финал? Қараңызшы, опайлардың арағашықтығы үлкен емес қой. Қанеке, қолдау көрсет жіберсек, әркім. Жолы сәт, қанеке қолдауларыңыз жетіспейді. Қазылар алқасы, шешім қабылдаймыз. Очень высокие баллы у всех. И думаю, довольно-таки сложно выбрать сейчас, но кому молодец, же дать Карина, шанс. Молодец, Карина, подсказывает ход моих мыслей. Ну уж очень они все близки друг к другу. И невозможно всех присоединить к финалистам. Поэтому мое решение такое. 5 финалистов, не больше. Завтра будет трудная борьба. Давайте посмотрим и поболеем друг за друга. Спасибо всем. Айткенменде 5 финалист анықталды. Олар Дидар Абдухалык Шымкент. Акирке Кобжасарова Нур-Султан. Олжас Оспан Семей. Жанболат Узакбай Нур-Султан. Және Әділ Балтабаев Көкшетау, біздің құттықтауларымыз. Удачи в финале, друзья! Финалда кездескенше, сау болыңыздар! Кепілді бір, берші маған, жаныма кеп, жүрші маған, айналайын. Кепілді бір ғана берші маған, жаныма еру сен жүрші маған, айналайын. Шын бақыт көрем көздеріңнен, ау көздеріңнен, айналайын. Жылын сезбей өзгеніңнен, ау өзге кімнен, айналайын. Сен жайланайын, ай, айналайын. Ай, 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 айналайын. Жаным десең жайланайын, ай, айналайын. Көрек, шымаған, жаныма жақын сен жүрші маған, айналайын. Ай,
Ирина Бергана, Веша Маган, Жанна Машакан, Дабжеша Маган, Айналая. Шамбахат көрем көздеріннен, оу көздеріннен, Айналая. Оу, жылуын сезбей өзгенің.